Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Лелюх, и я художник-акварелист. По совместительству педагог акварельной живописи. Специально для вас я записал курс, состоящий всего лишь из 3 уроков. Да, это короткий курс, но очень интересный, познавательный и информативный. Будет интересно как тем, кто умеет работать с акварелью, так и тем, кто только начинает знакомиться с этой потрясающей техникой. За 3 урока мы разберем 3 интересные фактуры. Фактуры, которые часто вызывают наше любопытство, а у некоторых и страх. В одном из уроков мы научимся рисовать прозрачное стекло. На примере всемирно известной банки Кока-Колы мы узнаем, что есть цвет прозрачного стекла, как добиться той самой прозрачности и как сделать стекло глянцевым. На примере мятой банки, в жестяной банке Pepsi, мы узнаем, как рисовать мятые блестящие поверхности. Да, это жестяная банка, которую мы не так часто изображаем в нашей творческой практике, но всем нам попадались мятые блестящие драпировки или конфеты в натюрморте, или, может быть, шоколадка в фольге. Это все одна и та же фактура, это все одни и те же приемы, это надо уметь. Мы будем рисовать деньги. На примере 100-рублевой банкноты мы узнаем, как рисовать мятую бумагу. Мы узнаем, чем эти фактуры отличаются и чем они похожи. Я подчеркну, что это очень информативный курс. Я старался сделать все эти уроки подробными, чтобы у вас все получилось. И я верю, что все получится. Спасибо всем, кто нашел время. Давайте начнем.